Всем привет! Сегодня обзор на мини-фигурку Кэт Бэйна из нового набора, который вышел в 2022 году, из его Jetfire. Jetfire или Jetfighter, что-то такое, короче. В общем, вот. Самого набора у меня нет, но у меня есть Кэт Бэйн с него. Думаю, этого достаточно. Ну и для этого набора, собственно говоря, места там у меня и нет. Ранее Кэт Бэйн до этого выходил еще в двух наборах. Эти два набора были по мультсериалу «Война клонов». Этот же выполнен по сериалу «Бракованная партия». Вот такой вот Кэт Бэйн. Кэт Бэйн выпускался ранее в 2013 году, потом в 2000 и в 2010. В 2010 он был в спидере Кэт Бэйна, а тот набор был с Рейкой Хардином и еще каким-то охотником за головами. Когда спойлер, наверное, или не спойлер, там Оби-Ван притворялся охотником за наживой, другом Кэт Бэйна, и Кэт Бэйн его там подозревал, что он какой-то подозрительный. Там они дальше испытания проходили. Ну, в общем, посмотрите мультсериал «Война клонов». Это, кажется, блин, я не помню, какой сезон, но кажется, что-то ближе то ли к четвертому, то ли пятому, что-то такое. Что-то так, опс, от ганши подвалился. Извиняюсь, что пропадал. Скоро обзорчики вернутся на канал. У меня очень-очень много нового. С этих времен что у меня появилось? У меня появился фрегат, ганшип, фрегат республиканский. Извиняюсь, это турботанк. Также я сниму обзор на коллекцию. Так, у меня сумочка появилась, Тайфайтер. Так, что еще? Вот. Так, что тут еще? Так, быстро пробежимся. Самая крутая мини-фигурка. Скоро у меня таких две будет. Энакин. У меня таких скоро будет еще парочка. Таркин. Траун. Мимбанский. Хан Соло, вот две штуки. Но все это будет во влоге. Так. Ну и закончим, наверное, обзор на Кэт Бэйна. Вот такая вот мини-фигурка. Руки у него черные, принты на ногах, два бластера, его трубки дыхательные на щечнике. Кажется, с помощью них он может даже дышать в космосе. Такое вот у него лицо. Офигительная мини-фигурка. У меня ранее Кэт Бэйна не было вообще. Такая вот у него шляпка. Он всегда ходит в шляпе. Такая вот кобура. Принт сзади. Сзади принтов, говорится, нет. Да и вообще, зачем они? Они будут ему мешать. Ну, вроде на этом все. Ладно. Ой, всем пока.